Ну что? Ну что, давай передадим Ксюль привет. 11. Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие! На каком канале наши друзья день? Ну, в общем, Baby Go. И сегодня у нас очередной еженедельный выпуск. Номер какой? 16. 16! Подводим итоги. Поехали! Итак, на прошлой неделе вот этот блогер был загадан. Это Макс 100-500. И кто его угадал? Наверху. Наверху, вот здесь вот, да? И на этой неделе угадала Макс 100-500 MLP Flatty Show TV. Ну что, день, поздравим MLP Flatty Show TV. Передадим ей привет? Да. Привет тебе, MLP Flatty Show TV. Кстати, ты вот здесь где-то расположена. Привет. Ну а пасхалку на этой неделе наш самый первый нашла LPS Princess. Вот она. Вот она, да? Над длинной головой. Мы тебя поздравляем и тоже передаем привет, да? Привет тебе, LPS Princess, привет! Друзья, ну и не забывайте, что конкурс «Угадай блогер и найди пасхалку» продолжается. Вот загаданный блогер этой недели. Посмотрите, где он, покажи. Вот здесь вот, да? Ну и как всегда, надо быть подписан на канал, поставить пальчик вверх этому ролику, не забыть рассказать о нас друзьям и, конечно же, написать в комментариях, что же это за загаданный блогер такой. Ну а пасхалка, не забывайте, может быть спрятана как во вторник, так в четверг, так и в субботу, так что ищите, пишите время, первый нашедший попадает в ролик, и мы тоже ему передаем привет. Друзья, по поводу нашего флешмоба. На прошлой неделе мы объявили флешмоб, пишем хэштег BabyGo. И вы очень неплохо отозвались в комментариях, и очень многие написали хэштег BabyGo. Как мы вам раньше говорили, для того, чтобы вас быстрее найти на других каналах, если вы будете писать в своих комментариях, приписывать хэштег BabyGo, мы сможем найти, на каких каналах сидят наши подписчики, и посмотреть статистику, где больше всего наших друзей. И мы, конечно же, подпишемся на эти каналы, нам будет тоже очень интересно посмотреть, что смотрят еще, кроме нас, наши подписчики. Да, Дин? Так что объявляем всеобщий флешмоб. Ставьте хэштег BabyGoshi на других каналах в комментариях. А мы зайдем в гости и посмотрим. Да, Динь? Ага. Ну и также не забывайте, что у нас продолжается конкурс «Найди три комментария в ролике и попади в следующий комментарий». Так что пишите под каждым роликом время найденных комментариев, и первые трое попадут в следующий ролик. Ну а теперь переходим к основной части. Да. Передаем приветы лучшим комментариям недели. Поехали. Итак, первый комментарий прислала MLP Щенок Channel. Руки вверх, вы арестованы за то, что имеете самый лучший канал в мире. Динечка, сколько она лайков собрала? 11 лайков. Давай привет передадим. Привет тебе, MLP Щенок Channel. Привет. Следующий комментарий прислала Розовое Вино. Мой братишка тоже играет. Да, Динь? Да. Это мы снимали, что? Машу и Медведя? Да. Машу и Медведя. Сколько лайков собрала? 9. Давай передадим привет. Давай? Да. Привет, Розовое Вино, привет. 9, да? Следующий комментарий прислала Ксю Вульф. И что же написала Ксю Вульф? 1, супер, 9. Очень смешное видео, вы очень классные, веселые. Люблю вас. Я, кстати, ни разу не засмеялась. Как мы спросили у Ксю в комментариях, она сказала, что она просто пыталась победить в этом вызове. Ты молодец, Ксю. Дин, сколько комментариев, сколько лайков собрала Ксю Вульф? 11. Да. 11. Дин, давай передадим Ксю Вульф привет. Давай. Привет тебе, Ксю Вульф, привет. Следующий комментарий прислала Мария Про. Очень классное видео, пальчик вверх, ваша семья просто замечательная. Сколько лайков собрала Мария Про? 8. 8-8. Давай передадим Марии Про приветик. Давай. Привет, Мария Про! Следующий комментарий прислала Люба из Ютуба. Круто, пожалуйста, передайте мне привет. Давай Любе из Ютуба передадим привет. Привет тебе, Люба из Ютуба, привет. Сколько она собрала пальцев вверх? 11. Сегодня нас 11 преследует прям просто, да? И последний на этой неделе популярный комментарий прислала Юки ФНАФ. Давай передай, сколько лайков собрала Юки ФНАФ в день? 8. Семья путешественников, одним словом, круто. Ну что, передаем привет Юки ФНАФ? Да.
Фнаф. Привет тебе, Юки Фнаф, привет! Друзья, ну это были все популярные комментарии на этой неделе. Не забывайте участвовать в этом конкурсе. Чем больше вы друзей зовете, тем больше, конечно, ставят вам лайки, поддерживают ваши друзья. И нам очень приятно озвучивать такие классные комментарии, которые вы пишете. Поэтому не забывайте, принимайте участие. Конечно же, не забывайте участвовать в конкурсе «Угадай блогера». Вот он, загадный блогер этой недели. Ищите пасхалку в наших роликах. Ну и, конечно, как мы сказали, всеобщий флешмоб. Пишите в комментариях хэштег BabyGosh на других каналах, чтобы мы быстрее вас нашли под другими роликами и посмотрели, где больше всего наших подписчиков собирается и что вы больше всего любите смотреть. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся, друзья. Ставьте нам пальчики вверх. Не, как пальчики вверх? Не забывайте писать самые лучшие комментарии, чтобы попадать в наши ролики. И, конечно, делиться видео с друзьями. Ну и в том числе нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших самых свежих новостей. Ну а на сегодня все. До новых встреч, друзья. Пока!